источник находится вот в этом состоянии забвения. То есть сам источник – это закон одного. Здесь нет никакой толпы. Почему я говорю сейчас «нет никакой толпы»? Бесспорно, матрично я осознаю, что есть люди, я осознаю, что они реагируют, что они напишут. Но каждый должен, вот, допустим, то же самое прослушивание этого эфира или чего-то другого, воспринимать через призму закона одного. То есть все, что человек знает, он знает только самого себя, всю свою жизнь. Он не знает ни Петю, ни Васю, ни Мишу, ни Катю, ни папу, ни маму. Я имею в виду изнутри. Изнутри он знает только самого себя. И это и есть путь одного, или как было сказано, да, в Библии, что путь к Богу узок и прям, и прийти к нему может только один. Здесь толпой, душевной компанией, группами, семинарами никогда не прийти. И поэтому я считаю, и я об этом всегда открыто заявляю, транслирую, что проводник, он просто идет рядом, но человек всегда идет сам на сам к самому себе. Он не идет с кем-то вместе за компанию по-дружески, по-человечески, от души или от нечего делать.